история какова? Да, увидел эту машину в начале весны, посмотрел, все прочитал, пересмотрел все тест-драйвы, какие тогда были. Но информации не так много было на самом деле. Но ценник примерно уже объявили. Подождал презентации, машина была где-то в апреле. На нее не получилось у меня съездить. Потом все-таки созрел, доехал до салона, приехал к менеджеру, посчитали машину. Ну, в первую очередь сразу взял, конечно, ее на тест-драйв, проехал, посмотрел. Все понравилось, шумка, динамика. Ну, 150 я не почувствовал. Я ехал его, посмотрел на спидометр, а там уже 150, по сути. При этом в салоне полная тишина. Комфортно, мягко, в принципе. На 20-х дисках машина достаточно мягкая за счет пневмы. Сток стоит 2550, у меня вышел по старым деньгам 3,5 миллиона, 3520. Но это не турбо, это у тебя обычный. Это не турбо, да, турбо на тот момент в стоке стоил 3600. Я попал на удорожание на 150 тысяч. В августе было подорожание 2014 года. И где-то на миллион у меня получилось допников. А и каких допников? Ну, из основных это, наверное, музыка, Bose, что еще? Вентиляция сидений, режим Sport Chrono, который добавляет 0,2 секунды для ускорения, так называемый второй спорт-режим. Максимальная отделка кожей, самая дорогая. Спортивные сиденья 18-позиционные и цвет кожи эспрессо. Это вот из основных, наверное. Диски 20-е. И что ты сделал еще с машиной? Какие дополнительные деньги потратил? Дополнительные? Поставил Android, так называемую навигацию, пробки. Потому что в стоке я не стал заказывать навигацию, потому что она в России, она, к сожалению, бессмысленная. Там нет пробок. А что значит поставил Android? Поставил, загнал в сервис, официалы этого не делают. Официалы вообще практически ничего не делают, касаемо даже этой марки на самом деле. Нашел ребят, которые ставят на разные машины, загнал к ним, они мне залезли в машину, все разобрали, поставили блок. Блок ставится отдельно и все. Тебя с гарантией за это не того? С гарантией, ну если с электрикой что-то будут, могут. Вообще в Porsche очень строго в этом плане. Любые, скажем так, извне в машину сразу все снимают. Что ж, Macan действительно весьма интересный автомобиль. Что интересного в нем? Ну, во-первых, это, конечно, фонари. Шикарные, шикарные фонари. Одни из лучших вообще в истории автомобилестроения. За такие фонари можно машине простить все, что угодно. Что, например, нужно машине прощать? Ну, скажем, смотрите, здесь вот такая форма крыла, при которой очевидно, что грязь будет лететь на боковину. А сзади, кстати, интересно, смотрите, сделана такая маленькая пластмассовая такой пыптик такой, типа брызговичок, который защищает задние машины. Спереди такого нету. Еще что интересного. Капот спереди. Смотрите, он какой. Понимаете, да? То есть автомобиль типа Mini Cooper. Ровно так же сейчас выглядит капот на Porsche. То есть он выполнен полностью вместе с крыльями. И ремонт этого куска железа стоит очень дохрена. Что еще интересно? Вот здесь вот впуск, смотрите. Происходит, да, вот сюда вот через жалюзи. Заходит сюда. Проходит по каналам в капоте. И потом вот заходит сюда воздушные фильтры. То есть здесь воздух у нас проходит сквозь капот. Интересная ситуация. Хочу диски. Хочу диски. Диски дорого, но хочу. Сколько дорого? Диски стоят порядка 320 тысяч. 21 радиус. Эти диски родные, классные, но если на что-то менять, то только вот на те диски, которые вот мне понравились. Либо оставаться просто на них и ездить круглый год. 21 диаметр немаловато, может там 22 поставить? 22, я думаю, что жестко, наверное, уже будет. Машина в любом случае, даже на 20-х кому-то кажется, что жестко, для меня комфортно. 21, я думаю, что еще она вытерпит. 22, я думаю, что уже будет жестковато. И 22 для наших дорог, я думаю, что это уже... Там резина будет, наверное, вот такая, да. Ты взял машину на летней резине еще?
купил. Они все идут на лете, да. Они все идут на лете. Она пришла в ноябре, да, на летней резине. Вот это Michelin Latitude XS, которая сейчас стоит шипованная, это тоже в Porsche тебе ее дали? Нет, нет, это не в Porsche. Брал. Вообще Porsche рекомендует Michelin, но я ее сам брал. Резину очень сложно найти на эту машину. Разноширокая. Да, владельцы Маканов меня поймут. Искал я резину очень сложно, потому что именно задний профиль, он не распространенный, там 295 на 65, если не ошибаюсь. По-моему, такой размер. Минус 5 точно. Очень сложно найти, потому что она вообще не распространенная. Там идут уже за 300-ку, это иксы. У иксов вот эта резина доступна. Эту резину очень сложно было найти. Я ее буквально там последнюю, наверное, забирал. И даже по тем временам она уже стоила еще до повышения курса по 15 тысяч за баллон. Насколько я в курсе, у тебя 40-й профиль спереди, 45-й сзади. А, ну может быть, я уже точно не помню на самом деле. Как, да. Как тебе нравится эта шипованная резина? Почему ты шипы, кстати, выбрал? Шипы, потому что за город езжу. Каждые выходные я езжу за город. Так бы брал, наверное, липучку в любом случае. Но так как каждые выходные я езжу за город, в любом случае, там у меня есть хорошая гора. На липучке можно не выехать, на самом деле, лед. Сколько ты, как думаешь, будешь на ней ездить? Я планирую лет 5, наверное, я думаю, на ней отъезжу. Потому что Cayenne рестайлинговый выйдет, ой, новый кузов, наверное, через годика 2-3, потому что рестайлинг только был. Panamera выйдет, ну, тоже в 2016 году. Ну, и подождать годик полтора, пока эти машины обкатают. И если все будет, если все благо, наверное, что-нибудь из этого будем смотреть. Обкатают в смысле? В плане того, что косяки заводские, первые машины с конвейера, которые сходят, даже касаемо того же Макана. Ну, ты не стал ждать? Мне пришлось ждать, в любом случае, я машину получил под конец года. Машина уже практически год производилась, на самом деле. Ее запустили где-то в апреле весной, даже раньше. Ее уже в феврале начали производить. Презентация просто в Москве была в апреле месяце. И первые машины, которые проходили, косяков достаточно было, в принципе. Ну, таких и серьезных, наверное, только с коробкой связано было. С коробкой были проблемы, с прошивкой. Машина теряла мощность. Люди просто давили тапку в пол, и она стопорилась. Обороты скидывала, и все, машина подвисала секунды на 3, на 5, оставалась на том же месте, а потом начинала ехать. Подтекали задние омыватели, еще что-то. Ну, скажем так, были косяки именно с капотом, с кузовом, когда капот закрывался, цеплял то ли дверь, то ли крыло, что-то такое было на самом деле. У меня машина пришла, слава богу, ничего такого не было. В этом плане уже, скажем так, исправили. Ты пока не столкнулся ни с какими проблемами? Не столкнулся, нет, была одна проблема на самом деле. Я думал, что тоже будет проблема с коробкой. Я выехал на работу, выезжая на повороте, у меня было где-то в бензина километров на 45 оставалось. Проехал, как обычно, заправку, выехал, дал крена, тапку в пол, прямая у меня была, и у меня машина где-то на 120, на 5000 оборотов просто, можно сказать, ее вот так начало дергать туда-сюда. Потерял мощность, это дрилось секунд 5-6, наверное, она потом поехала. Доехал до офиса, выехал опять, проверил, опять крена. Аналогичная ситуация, и выхлоп начал захлебываться. Позвонил официалам, сказали, топливный фильтр. Бензина было мало в баке, соответственно, я резко повернул, он уровень упал, и не хватило ему бензина. Заправил полностью, проблем нет. Но, скажем так, теперь я езжу постоянно где-то на 100, на 120, заправляюсь чаще. Да, заправка, кстати, здесь раз в 4 дня где-то. Страховка обошлась в 230 тысяч. И, соответственно, каждый год тебе нужно определять. Ну, да. Ну, такие машины нужно в любом случае делать страховки. Потому что был случай, парень не сделал страховку, отдал за ремонт 250 тысяч. Небольшая вмятина на капоте была небольшая. И он, потом он, наверное, сделал, я думаю, каску. Она за один, скажем, ДТП небольшой, она ему отбилась бы сразу, я думаю. ОСАГО ему выплатила что-то, он был не виноват, но все равно где-то 130-140 тысяч он потратил на ремонт машины. Сколько в Porsche стоит обслуживание? Ты уже чем-то занимался? Ничего не делал, 4 тысячи пробег, нулевого у них нету, первое ТО 15 тысяч, но я все-таки не буду придерживаться, я, наверное, поменяю масло где-то на 5-6 тысячах, вот так вот все-таки. В любом случае, притирка двигателя, клапанов, лучше поменять, я думаю, масло. Хотя ты можешь, в принципе, спокойно 15 тысяч приезжать. Ну, как говорил один человек, все наши дилеры, те, кто говорят, что нужно раз 15 тысяч менять масло, хотят, чтобы у нас быстрее полетели движки, скажем так.
Поэтому я думаю, что я сделаю так называемое нулевое, ну и потом на 15 тысячах. ТО я смотрел, стоит в районе 20 тысяч. 15, если ты будешь еще менять какие-то фильтры дополнительные, то 1020. В принципе, ТО стоит, как и у всех машин. В принципе, я знаю, вот у Opel, например, ТО стоит 15 тысяч. 15 тысячах. Какой расход обычно бензина? Расход средний где-то, ну вообще вот за весь километраж от заправки до заправки он показывает в районе 18-19 литров. Это все вместе. Вот. Так вот по динамике я смотрю, начинается он с 11 до 15, если начинаешь тапку жать, 17-18 литров вот там где-то. Ты помнишь, какой паспортный расход? Паспортный расход не помню. Я думаю, что в районе где-то, наверное, 10 литров они занимают. Да, еще меньше. Вот представь себе, что на месте стоит человек, который написал, в Porsche написал вот эту цифру, что у вас автомобиль расходует 7 литров. Я думаю, что они выбросили все сиденья, полупустой бак, наверное, и там какая-то скорость у них была, там, наверное, 90, может быть, может поэтому. Наверное, да. А так это нереально. Нереально. Я думаю, что по трассе, наверное, если на дальняк ехать, я думаю, что... Ну, можно литров на 9, может, на 10 выйти, да. 9, я думаю, наверное, он покажет. Я просто не проверял, дальников как таковых не было, а движение на даче, оно в любом случае рваное. Где-то ты едешь быстро, где-то ты едешь медленно, поэтому... А по городу двадцатка? По городу, ну не двадцатка. Не, если ты в пробку встал, он будет 23 литра показывать. 22, опять же, но все равно. Но на круг он показывает все равно 19 литров. Ну, если спокойно ездить, наверное, может и в 15 пишешься. Если чуть-чуть уже будешь нажимать, то это 18-19 литров. Как я говорил, 4 раза, ой, раз в 4 дня где-то приходится заезжать. На неделю не хватает бака. 5 дней. Я сегодня надел кепочку формулы Palmer Audi. И это как бы такой намек. Павел, вот когда появился Cayenne, владельцам, знаешь, над ними прикалывались. Вот купил Touareg со старым двигателем по цене 2 Touareg. Ты понимаешь мой вопрос? По цене 2 Touareg, да? Есть такая машина Audi Q5. Ага, я понял. Не, на самом деле это машины совершенно разные, хотя построены они на одной базе. Но ощущения, внутренние, динамика, комфорт, совершенно другая машина. Качество отделки, в любом случае Porsche, это всегда будет Porsche. Поэтому тут даже нет смысла их сравнивать на самом деле. Всегда Porsche стояла... позиционировал себя отдельно от Вага, хотя это, в принципе, ваговская марка. Ну, вот как-то так, Скажи, сколько стоит номер 002? Это подарок. Ну так, 1030, наверное, 50. Наверное, где-то так сейчас. Что ж, вот такой это автомобиль Porsche Macan. Дарит массу эмоций своим владельцам. Надеюсь, вам было интересно смотреть. Спасибо Павлу. Да, спасибо. Павел. Сергей. Счастливо. Да. Жди нашего видео. Ждите нашего видео вы. Если вам интересны другие машины, пишите нам, какие вам интересны. Если у вас есть на примете интересный автомобиль, опять же, пишите нам. Больше комментариев, больше лайков. Подписывайтесь. Пока.